7 октября на базе школы номер 12 города Каспийска состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса «Верны юидовской стране». Он проводится в целях привлечения детей и подростков к участию и пропаганде правил дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников. В конкурсе приняли участие воспитанники образовательных учреждений города 2010-2013 года. Они у нас оценивались по трем номинациям. Первое – это творческий конкурс мы оценивали. Второе – это форма должна быть соответствующая. И третья номинация – это был паспорт, который ведет уже непосредственно педагог, кто за них отвечает. Сюда вошли различные номинации – визитная карточка, выступление агитационного характера и дневник отряда. В каждой команде, состоящей из 10 человек, была подготовлена небольшая творческая инсценировка. Сегодня у нас участвовало 7 образовательных организаций города Каспийска. В жюри у нас сидела я, методист управления образования Даяна Всеволодовна Саая и инспектор ГИБДД Гасан Чинкуевич. Оценивались команды по ключевым критериям: соответствие теме, пропаганда ПДД, убедительность, доходчивость, выразительность, эмоциональность, использование дорожной терминологии, сценическая культура и многое другое. Совсем скоро будут известны результаты конкурса. Лучшие будут представлять Каспийск на республиканском этапе.